Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Kia Sorento Prime. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Заканчиваем работу по нанесению полимера. Показываем конечный результат, что у нас получилось по итогам. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с поляризатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на месте колесо. Но пока ждем, мы пообщались с владельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Называется он блокшот. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!